говорит о том, что банк из университета практически мертвый. Кому-то выдают, периодически выдают, но, в принципе, насколько по соцсетям информация идет, это в головном только дают. По филиалам, Ульяновск, Пермь, даже здесь, в Казани, филиалов вообще ничего не дают. Ну, поскольку я служу по тому, что на официальной группе ВКонтакте, ПТА Банк, то нет информации. А там говорят о том, что нету просто денег. Здесь бы хотелось услышать, наверное, мнение государства, например, комиссия отработала, да, здесь она, да. Сказать, что здоровы. Вы знаете, откуда вы знаете, что комиссия работала из СКР? Я знаю. Откуда? Официальной информации об этом не было. Почему? Где? Кто говорит? Официальная информация. Да. Были высказывания в прессе журналистов. Нет, сюда приезжала комиссия. Вы знаете, теперь говорят, что не было никакой комиссии. Ну говорят так. Официальной информации не было. Это все, что ВКонтакте. Это то, что ведомственный комиссар написал. Государство должно, наверное, принять решение, да? Сказать, у них уже отведенные сроки были. Какие-то деньги выдают, значит, у него что-то еще есть, так? То есть он здоровый или не гнилый. Вот кто-то говорит о том, что 15-18 апреля они здесь были. У них было 10 дней. Нет, мая, они говорят, теперь видите как? Да не было здесь никого.